В преддверии молодого, но очень важного праздника Дня народного единства дом Брестского нотариального округа сменил прописку. Сегодня состоялось торжественное открытие нового помещения Брестской областной нотариальной палаты и его нотариального архива. Сегодня знаменательный день в истории Брестского нотариата. Он связан с тем, что продолжается работа над оказанием населению нотариальных услуг, их доступностью. Но открытие этого прекрасного здания осуществляется накануне дня, очень важного в нашей истории, Дня единства белорусского народа. Невозможно упустить тот факт, что праздник новоселья во многом заслуга самих нотариусов, ведь реконструкция здания проводилась в том числе и за счет средств нотариальной палаты. Сегодня мы открываем уже пятое здание на территории Республики Беларусь, в котором в современных, комфортных условиях будут работать не только наши сотрудники, но и находиться наши нотариальные документы, которые являются частью Национального архивного фонда. Торжественное собрание по случаю новоселья не обошлось без добрых пожеланий, искренних поздравлений и вручений заслуженных наград. Но главной изюминкой торжества по традиции стало разрезание красной ленты и открытие обновленного дома. Внушительное здание, где теперь будут трудиться брестские нотариусы, расположено по адресу улица Куйбышева, 81. В двухэтажном строении первый этаж отведен под архив, а на втором – рабочие кабинеты штатных сотрудников палаты. Всем известно выражение о том, что рукописи не горят, но это не значит, что к ним нужно относиться безразлично. И одним из важнейших элементов исторического, культурного, да, и государственного значения являются документы архивного фонда, который вот хранится в белорусском нотариате. Не зря не так давно на общегосударственном референдуме были внесены изменения в Конституцию, в том числе направлены на сохранение исторической памяти и памяти о том вкладе белорусского народа, который совершен в построение белорусской государственности. Вот открытие этого здания, это сегодняшнее мероприятие, это тоже один из важных шагов по проведению этой работы. В архивных помещениях обеспечены самые высшие требования по безопасности. Здесь установлены системы защиты от света, пыли, влаги и других воздействий. Кроме того, есть специальная система, которая поддерживает постоянный температурный режим, оснащено здание и современными механизмами пожаротушения. Все это дает твердую уверенность, архив в руках сотрудников Брестской областной нотариальной палаты будет оставаться всегда в целости и сохранности. Самый старый документ с 1947 года. Мы принимаем документы нотариальных контор, местных сельских исполнительных комитетов. Там тоже очень старые документы, приблизительно с 1962 года, нотариусов Брестского нотариального округа и частных нотариусов. На сегодняшний день у нас хранится почти 46 тысяч единиц хранения. Это помещение рассчитано на 80 тысяч единиц. Есть еще одно архивохранилище, оно рассчитано на 70 тысяч единиц. Еще с 2013 года сотрудники нотариата нашей страны выполняют важную задачу – обеспечивают систематизацию и должное хранение документов нотариальных архивов. Все это делается для того, чтобы белорусы имели возможность обратиться за получением архивных документов, удостовериться в наличии необходимых юридических решений, которые совершались ранее. А потому открытие нового и современного здания бесспорно создает нужные условия для дальнейшей работы по организации нотариального обслуживания населения. Архив на сегодняшний день современный. Он оборудован современными стеллажами, современными системами хранения, вентиляции и так далее. Это позволит сохранять документы, а наше государство очень серьезное значение придает именно сохранности архивных документов. И об этом неоднократно говорил глава нашего государства. Поэтому мы вот стараемся выполнить все, что нам поручено. А помогать реализовывать поставленные задачи будет важный и нужный подарок – сертификат на приобретение оборудования планетарного сканирования. И вот этот подарок, который был вручен нам, пока еще сертификат, это очень серьезное дорогостоящее оборудование, которое позволит копировать документы качественно и дальше хранить их уже более 100 лет, потому что 100 для нас уже мало. Ирина Левчук, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, телекомпания БукТВ.